Что у нас сегодня? У нас сегодня опыты. Мы будем проводить опыты. Что мы купили? Два спиннера. Это самая популярная игрушка, которая существует сейчас у американских детей. Ники, покажи, какой у тебя спиннер. Вау, он даже красный. Даже не... Когда он так быстро вертится, что даже не видно цвета. Вообще обалдеть, как будто... А ты, папа, смотри на экран. Вот. А я уже научилась. Вообще, как будто не крутится. Смотри. Класс. Вообще супер. Ребята, он спиннер на самом деле крутится с сумасшедшей скоростью, а на камере кажется, что он вообще замер. Интересно, как оно будет... И крутится в обратную сторону теперь. Да. Я вообще такого эффекта не ожидала. Давай. На самом деле он немножко большеван для Никиных пальчиков, поэтому... Обалдеть, такое ощущение, что он у тебя вообще не крутится, пап. Поэтому Ники может показывать только на земле, либо на, ну, на какой-то поверхности. Да. Так вот, значит, есть несколько вариантов. Первый, мы сейчас попробуем направить воздух, давление воздуха на спиннер и посмотрим, с какой скоростью он будет крутиться и от этого как, какой звук будет издавать и вообще, если его отпустить, полетит он или нет. Интересно? Давайте сейчас узнаем. Вау! Разгон сумасшедший! Вы слышите звук? Это... отлетел потом назад, и при этом у него даже отлетел один кусочек. Слушайте, а давайте посмотрим, что внутри, как он там упирается. Где зелененький? Давайте посмотрим. В принципе, это пластмасска, в которую вставлены подшипники. Обычные подшипники, примерно такие подшипники вставляются в ролики и самокаты, в их колеса. И все, он просто крутится, а там внутри в этом подшипнике шарики, да, маленькие? Можно я покажу? Давай, Ника, конечно. Держи. Вот. Такая штука. Образовался дисбаланс, поэтому теперь руку будет трясти. А, ну-ка, давай попробуем. Она даже ветром. Да. Слушайте, а давайте проверим, будет ли он плыть в бассейне. Вот это интересно. Смотрите, если он упал, ударился об землю и отскочил, что будет, если он упадет об воду? Он попрыгает по ней дальше? Сейчас проверим. Опс. Спиннер утонул в бассейне и даже похоже, что не поплыл. Но сейчас мы еще раз попробуем. Так, мы готовы. Ну что, сейчас он плашмя, мы его разгоним, и он попрыгает по воде. Он до сих пор крутится. Крутится в воде, он крутился там чуть-чуть, но крутился. А брызги были во все стороны. Ники, кул. Спиннер — это сейчас самая популярная игрушка американских детей. У всех в школе, у каждого абсолютно есть спиннер. Вот это шум, это все от спиннера. Мы нашли железную банку, Ники. Ставим, сейчас посмотрим, разрежет ее или нет. Главное не снимать очки, закрыть глаза. Не повторять этот номер, опасно. Сейчас может Ника плачется за меня. Отметины. Я,
Абсолютно. Давайте мы нет, даже царапин. Детям. Даже не царапинки нет. Вау! Классно! Ура, 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 Ники! Тарапин там нет? Полетели. Так, ну что, Ники, пока-пока, ребята. Пока-пока, ребята. Подписывайся на наш канал. Пока-пока. Не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайки. Мы ждем ваши комментарии. Очень холодно. Пока-пока.